Еще раз. Никакого вообще напряжения. Не перестаньте играть на трубе. Привет, друзья! Сегодняшнее видео – коротенький пример того, как ученик в самом начале своего обучения потихонечку может начать зажиматься из-за того, что, как ему кажется, он не получает необходимый результат. Что для начинающего необходимый результат? Звук извлечь. Если звук не извлекается, значит, что-то я делаю не так, нужно где-то что-то подправить, поджаться, там что-то муштук подвинуть. И на самом деле, именно таким образом люди научаются в итоге играть на трубе очень тяжело и сложно. В сегодняшнем видео я даже ученице говорю о том, что вообще перестаньте пытаться играть на трубе. Потому что у нас у каждого человека в голове есть какое-то представление о том, какие усилия нужно приложить для определенного результата. И когда мы говорим о трубе, у многих это ассоциируется, игра на трубе ассоциируется с тем, что это очень сложно, что нужно очень быть каким-то таким очень талантливым для этого, приспособленным, и прям это действительно невероятные какие-то усилия. А парадокс в том, что как только ты говоришь ученику, что просто сделай то, что я прошу, если все правильно делать, все правильно, губы правильно сложены, дыхание правильно берется и используется, то тогда октавы там, с до первой, до ре второй в самом начале, это 100% эти ноты вообще не берутся с мышцами. Поэтому, если вы особенно занимаетесь самостоятельно, обратите особое внимание на это видео, если вдруг вы где-то поджимаетесь для того, чтобы самые базовые ноты играть от до первой до ре второй, значит, что-то вы делаете не так, не нужно зажиматься, найдите ту позицию в губах, когда и в дыхании вот это взаимодействие, когда вы просто дуете свободно, и у вас получается какая-то нота, неважно какая, и, возможно, она у вас получится не сразу. Будет какой-то момент, когда что-то там не прозвучивается, и вам на этой легкости нужно эту нотку найти. Это очень-очень важный момент для начинающих осознать, что на трубе играть не так сложно, как вы думаете. Смотрим. Еще раз. Никакого вообще напряжения. Не перестаньте играть на трубе. Вот что поставилось, то поставил. Просто дуйте свободно. Вообще не напрягайте ничего. Не зажимайте. Не сжимайте губы. Вот как дуйте, так и дуйте. Может вообще ничего не получится. Бог с ним. Понимаете, о чем речь? Настолько сильная привычка что-то там пытаться сделать, что просто не делая ничего, вы играете ноту выше, легче, свободней, звук лучше, то есть все лучше намного. При том, что усилий меньше в разы. Настолько банально этот вопрос решается, что надо просто убрать вообще напряжение и забыть о том, что надо где-то напрягаться и что-то там сжимать куда-то. Что-то ми второй. Тяжело держать ноту так? Ну, нет. Расслабляйтесь. Ну, просто свободно, чтобы воздух шел в трубу. И опять смотрите, опять сказано расслабиться. И опять получается лучше.